Поймали угонщика с поличным. Полицейские задержали злоумышленника, укравшего автомобиль у жителя Энгельса. 45-летний гражданин обратился с заявлением об угоне машины ВАЗ-2107. Транспортное средство обнаружили на трассе Самара-Пугачев-Волгоград. На требование полицейских остановиться угонщик не отреагировал, поэтому сотрудники ДПС пустились в погоню за злоумышленником. На 493-м километре автодороги Самар-Пугачев-Волгоград водитель данной автомашины не справился с управлением, допустил съездку вес, последующим бракинную. В дальнейшем водитель данной автомашины был задержан. По факту происшествия сотрудники госавтоинспекции возбудили уголовное дело по статье «Угон». Кроме того, выяснилось, что задержанный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен административный протокол.